Всем привет! Начинаю влог. Сегодня приехал ко мне брат, мы делали делишки всякие разные. Сейчас берем малых, берем малого, вот он приехал сейчас ко мне, брат у меня. Сейчас берем малого, едем, забираем племяшку, нашу жену Виталика и, наверное, отправимся куда-нибудь в парк, в общем, гулять с нашими детьми. На улице погода так себе, то дождь, но на самом деле душно и жарко. Конечно, мы не пойдем куда-то загорать, но... В общем, развлекаться будем с детьми. Сегодня беру вас с собой. Пришел очередной заказ от Faberlic. У меня, смотрите, емкость для корицы. Я уже сюда засунула корицу. Уже даже насыпала себе в кофе все. Очень классно. Один раз так раз сделала и все. Ой, блин. Ладно, сейчас исправим. Заказала вот такие вот, смотрите, ароматы в карандаше. Мне больше всего понравились, я решила все попробовать, но мне больше всего понравились розовый и голубой. Они такие свеженькие, ну, приятненькие. Этот более такой терпкий, на мой взгляд. Прям даже розовый лучше всех, вот, я бы рекомендовала. Кто любит что-то легкое, это прям розовый. Каталог Faberlic, я всегда люблю по каталогу смотреть. Частенько я заказываю, конечно, на сайте, но бывает в каталоге ты найдешь то, что на сайте не увидел. Я ж не весь сайт просматриваю. Ультракондиционер для белья. Мы обычно берем детский. А, я такой брала уже с аромакапсулами. У него классный аромат. Вот, взяла вот этот. Потом решила взять стиральный порошок для черного, потому что много темных вещей. И когда их часто стираешь, конечно же, они теряют свой цвет. Решила вот взять такой. О, CC-крем. Решила взять с ног CC-крем. Цвет один у них там, видимо, он подстраивается под кожу, там универсальный цвет. Кстати, мне кажется, я уже брала и не могу нигде найти. Возможно, это не я брала, а мама брала. Ей очень понравился водный спрей для разглаживания белья. Вот, это вот вещь. И еще я взяла кучу разных масок. Это для моей электронной маски, которую я тоже брала в Faberlic. Можно любую из этих масок использовать для моей электронной маски, которую я вам в отдельном видео уже показывала. Но вот рекомендую прям вот эта тканевая патч-маска для лица с гиалуроновой кислотой. Также я взяла лифтинг 2 и масло питания, вот, масло макадамии. Вот нанесла, кстати, сейчас вот этот CC-крем. Хочу посмотреть, как он будет подстраиваться под кожу. Слушайте, ну вообще не видно, по-моему, да? Вообще... Класс. Та-дам-там-там. Мы идем в парк. Вон они, ребята. Колесо обозрения, может, на нем прокатимся. В общем, идем в парк, проведаем, что. А потом, может быть, посидим где-нибудь. Здесь у нас есть кафешки. Заходим в наш парк. Такой красивый. У нас тут ели, так все красиво. Фонтан, в котором я в детстве купалась. Я же рассказывала где-то во влоге. И ты купался? Фонтан красивый. С тобой там был. Ну да. А ты помнишь, как какая-то девчонка заревновала меня к какому-то своему парню и сказала ему, чтобы он пошел что-то мне. Мы здесь уже были. Сказал, типа, чтоб я уходила отсюда. Красиво. Я знаю, мы здесь уже были. Конечно, были. Мы тут уже много раз были. Дэнь, красивый фонтанчик? Ты на фонтан пошел? Давай ручку. Куда ты? Самостоятельно, мальчик, ты куда? Прям фотокарточка, надо сфоткать вас. Вот и Дэня потихоньку ползет. Не дождешься вас, товарищ. Давай, иди тоже красиво встань. Вот она, у нас умница. Потом иди туда. Еще еще там какая-то сетка. Ой, смотрите, какая собачка. Дэнь. Ой, извините. Да не, он, наверное, боится будет подойти. Дэнь. Дэнь, иди поздоровайся с лошадкой. Настя, идите, поздоровайтесь. Дэнь, иди поздоровайся с лошадкой. Настя, скажи привет. Дэнь, иди сюда. Иди, смотри, Настя не боится, смотри. Хорошая лошадка. Нет. Ладно, пойдемте. А? Покататься? А покататься сколько у вас стоит? 150. Настя на лошадях каталась. Какие могут быть пони после лошадей? Так, пойдем возьмем бутерброд.
Ребята, пока мы ждем наши блинчики, вот такое развлечение себе нашли. Что детям надо? Вот бегают вот так вот. Ой, нет, грязными руками. А кто блинчики сейчас руками будет кушать? Пофиг. Вы по травке пошли побегать? Так, главное, чтобы там не было всяких непонятных живностей. Вот Денька вообще. Любит побегать у меня. Бу! Та-да-да-да-да-да-дам! Ра! Та-да-да-да-да-да-да-да! Ты вот так схватил за нос прям. Это бу? Оторвешь сейчас. Буратино. Дэня! Это булатино? Дэнья! Ну все, хорошо. Это кто? Это Буратинка. А, это? Ты посмотри, вот куда он побежал? По кругу, почетный круг. Пускай, не иди. Ты знаешь толк в воспитании, да? Конечно. Пускай. Это же бумеранг. Невозможно вообще сейчас с ним гулять. Он просто убегает и не хочет идти туда с нами, куда мы идем. Ему надо в другую сторону. Там экранчика нет. Папа, лучше. Блудный сын, ты где был? Блудный сын, ты где был? Мы тебя все ждали. Пойдем на карусели. Пойдем. Пошли. И к животным. А, вон они, животные. Пойдем. Клювик. Ой, распуши хвостик, пожалуйста, красивый свой. Смотри, Дэнь, какая красивая птичка. Ой, какая птичка. Распуши нам, птичка, хвостик. Не распуши. Сейчас тебя клюнет птичка. Суешь руки. А вот здесь у нас черепашки маленькие прям плавают. Жалко, я зум не могу сделать. Когда мы здесь купались. Ой, и смотрите, я маленькая. А, я помню. Мы разгонялись, там такая скользкая херня была. Мы собирали этих головастиков в бутылку. Не помнишь, что ли? Я помню, что здесь эти... Помнишь, типа катамарана надувного было? И мы по вот такой вот большой пруд какой-то был. Мы здесь... Но это разделили, это ж один есть. А, ну да, ну вот он и был, мы по нему катались на лодочках таких надувных. Он хочет поесть. Поесть хочет, да? Ты думаешь? Какой красивый клей. Давай хлеба, давай, давай. Да сейчас дам хлеба, подожди. Дай хлеба человеку. Вот. Ну возьми у меня там в пакетике. Давай, Настюха, сейчас он. Ой, ты весь взял? Я хочу Денька, чтобы тоже покормила. Да, держи, дай ему в ручки вот так две. Потом все. Да, в одну? Да. Да вон дядя Виталий дает в ручки. В одну держи, а потом бери в другую, на, кидай. Давай, иди сюда, Дэнь, я тебе подсажу. Вон, смотри, дядя Виталий подсадит тебя сейчас, пойдем. Подсажь на забор-то. А мне можно? Да, и ты сейчас, и ты сейчас. А что они к нам не плывут? Пойдем туда, к ней. Все выбросил. В пустоту все выбросил. Не, ну они-то съедят. Съедят? Пойдем еще, Дэня, иди сюда. Дэнь, вон они, смотри, плавают. Мы их здесь будем кормить. Едят? На, Дэнь, кидай. А мне можно, На, кидай. А? Чуть-чуть, кидайте. Они что, они траву едят, листья, все дела. Можно листья там поесть? Да, они ни хрена не едят. На, кидай. Что-то они не едят ничего. Давайте их травой покормим. Ой, нет, нет, нет. Твой съел хлебушек, да? Папа! Лидия, смотри, как они листья едят. Ничего. Папа, ты видел что? Зачем им этот батон непонятный? Вот, это у нас фламинго красивый, розовый такие. А, они, глядя, едят розовый арбуз. Ой, это кто такой? С лапами такими, забурился. С лапами такими черными, огромными. Лебедь, ты че? Левлень. Левлин. Левлин, ты что? А что я знаю? Ты его в воде видишь, а так не увидел. Да, я лапы увидела, испугалась. Прям забыла, что это лебедь. Страшные он такие лапы. Он очень толстый. Или старый просто. Мне вот нравится фламинго красивый. И что замолчал, как я начала снимать? А? Красавчик. Скажи что-нибудь нам.
А? Скажешь что? Привет! А вот и наш мальчик-зайчик. Мальчик-зайчик, как тебе тут? А? Нравится? Все, только увидел эти канои, как вы помните, мы на них ездили, все. Он уже тянется. Дэнни, аккуратно. Все, крутится сам, большой мальчик. Пока Денька у меня на каноэ. Ты куда своих посадил? На гусеницу. На гусеницу. Наташ, тебе не страшно гусеницу? На гусенице кататься не страшно. Не страшно? Все зашли, все зашли. Все пристегнуты, все. Для меня, кстати, на такой штучке уже прокатиться, это пытка реально. А раньше готова была заплатить сколько хочешь, лишь бы на такой страшненькой прокатиться. А сейчас нет, пытка. Дэня уже кружится шестой круг. Настюля только села недавно к нему. Сейчас будем пробовать вытащить его. Обычно он не хочет вылазить, и я разрешаю ему еще кататься. Короче, мы на этой карусели можем, в принципе, весь день кататься. По-моему, никогда ему не надоест. Дэня! В такой карусельке мы решили покататься. Дэнь, смотри. Вот так вот раз. Нажимай. Давай, Дэнь. Ой! Класс! Мамочки, как страшно! Тебе нравится, Дэнь? Привет! Страшненько вообще-то. Вот так вот, раз. Над всей как высоко, мамочки. Страшно. Тебе нравится? Давай ты бери штучку эту. Давай на себя. Аккуратно, давай. Вот так. Вниз чуть-чуть. Ой, страшно, мама, мама, мама. Все, отпусти. Маме страшно что-то. Вот тебе еще развлечения для детей. Напоследочек. Это такая еще одна каруселька, да? У меня камера все время в кармане, а в кармане я, когда вытаскиваю, не всегда смотрю, что какие-то крошки на экране. Так что, если у вас какие-то крошки попались, знайте, что это крошки из моего кармана. Я не знаю, из чего. Мы присели сейчас в рис. Кто чем занимается? Это такие... Вот такой у нас вид красивый. Вон моя машина стоит. Я все боюсь, что ее эвакуируют, поэтому я слежу здесь. Дэнины любимые камни. Его чуть-чуть уже это, то может такой камушек взять и кинуть куда-нибудь, в кого-нибудь. Стеклышко вот такое красивое, панорамное стеклышко. Как Донька кушает, молодец, да? Это редкость, надо такое запечатлеть. То обычно он нигде в кафешках не ест. Всем привет, всем доброе утро. Хотела поделиться с утра, помыла волосы сейчас. Мне на день рождения подарил Леночек свои любимые must-have. Хотела сейчас о них сказать, и у нас скоро будет грандиозный розыгрыш со всеми моими девочками, со всеми ростовскими блогерами, моими подружками. Вот. И от каждой будет подарок, и вот, скорее всего, Леночек как раз-таки разыграет такую бьюти-коробочку вот с такими must-have-ами своими. Я сегодня попробовала, осталась очень довольна. Вот такой вот шампунь Сьос для нормальных волос. Мицеллярный шампунь, фреш. Очень приятный запах, хорошо мылится. И прям вот, ну, мне очень понравилось. Спасибо, Ленок, я уже об этом говорила в инстаграме. Просто хочу еще на ютубе сказать, потому что не все подписаны на мой инстаграм. А зря, обязательно подписывайтесь, я вот здесь оставлю инстаграм. Подписывайтесь. Вот. И она очень хвалила вот этот бальзам, она его где-то нашла там со скидкой, их было два последних, она их забрала, то есть она говорит, я такая, чтобы их купить там вообще целую пачку, настолько он нравится и настолько она боится, чтобы они с производства не ушли, вот, и она мне подарила. И еще пудру она мне подарила, матирующую, которую тоже хвалила в своих видео. Леночка, блондинка, Ленусик Хэппи, моя
подружка, она стала блогером, это вы уже знаете, я ссылку на нее оставлю под видео. Можете подробно посмотреть ее обзор на вот эти средства и на матирующую пудру также. И ждите конкурс, я думаю, что именно эти средства по уходу и пудру она разыграет для вас у меня на канале. А сейчас я собираюсь ехать к брату, у нас есть кое-какие дела, в общем, мы сегодня полдня с ним вместе будем. Мои хорошие, это значит, я снимала влог. Утром вам такая сказала, ну что, пойдемте со мной. И в итоге что-то одно другое, туда-сюда, жара, и я вообще забыла про то, что я снимаю влог. Нормально? Ну просто, на самом деле, сегодня были кое-какие дела такие, достаточно серьезные, на которые не стоит отвлекаться, и я как бы их не снимала, их не нужно снимать. Такие дела, которые не снимают вообще-то для всеобщего обозрения. Вот. Но сегодня мы провели с братом время, он мне помогал. Зашла там в пару магазинов, прикупила в фикс-прайсе пару вещичек, не видела никаких, тоже это будет еще в покупочках фикс-прайса. Кстати, сегодня лук мой покажу вам сейчас. Вот, смотрите, сейчас же лосики у нас в тренде, вот я в лосинах была, в такой маечке, ну, достаточно удобненько, в принципе, так вот у меня здесь красота такая, хлопковая, все удобненько. Мне моя тетя подарила подарок, потому ее не было на моем день рождения, они работали с сестрой, но сестра приехала, а тетя еще должна была мне подарок, так она сказала мне, я тебе должна подарок, вот, и я... Не могу достать. Такой вот она говорит, это подарок для девочки-девочки. Смотрите, какая красота, все блестит, прям сердечки такие, видите, блестят. Вот, и тут открываешь, открываешь и открываешь. А здесь, та-да-да-дам, зеркальце такое, куда можно смотреть. Сюда можно колечки класть. Сюда какие-то браслетики или тоже сережки какие-нибудь, или сережки, да. Ну, сюда более крупную такую бижутерию. Тут даже есть ключик. Но мне на самом деле очень нравится расцветка. Белый цвет, Лондон, Париж. Очень так красивенько. Вообще даже для декора будет стоять и радовать мой глаз. Спасибо, тетя Марина. Вообще я ее называю Марина. Но я говорю сейчас тетя Марина, чтобы все понимали, что это моя тетя. Что это сестра моей мамы. Всем привет! Продолжаем наш влог. Сейчас я еду за мамой. Мы вообще сегодня собирались пойти куда? Куда мы собирались пойти? Сегодня мы собирались пойти в H2O. Но Кристинка моя уехала на море, поэтому H2O отменяется. Что-то всех я заранее не предупредила. И сегодня опять, как всегда, жара жуткая. Мне кажется, что даже было бы хорошо попрохладнее, чтобы было, чтобы идти в H2O. Потому что под такой жарой, честно говоря, ну или идти к вечеру уже. Вот, но сегодня решили мы отменить H2O. Мы сегодня с мамой собираемся снять для вас новое видео. Мама будет снимать на свой канал именно вот образы повседневные. Я думаю сделать... Сейчас не знаю, она просто три образа выберет себе каких-то. Либо выберу два я, два она. И типа у нас такое, типа образы мама vs дочка. Чей лучше? Вот, будете голосовать. В общем, пусть она себе выберет на свой вкус, а я выберу ей на свой вкус. Вот это было бы интересно. В общем, мы едем вместе в торговый центр, хотим попримерять на себя всякие образы и снимем для вас отдельное интересное видео. Все, сейчас я еду за мамой, она уже... выйдет через 5 минут. Ты моя мама Чоли пришла? А что у нас аварийка включена? Ну да. Че, мама Чоли, я сказала, что мы будем готовить новое видео. Это я влог сейчас снимаю, что мы будем готовить новое видео. Как ты вообще? У тебя есть представление? Че, как будет? Че будешь выбирать? Никакого представления пока нет. Вот что будет, то будет. Посмотрим. Пойдем. У тебя новая кофточка. Это не кофточка, это туничка. Это ивановский идет. Трикотаж. Да, да, мы выезжаем, да. Да, сейчас. Ну ладно, мы, короче, едем. Ну что, мы с мамой приехали в торговый центр Мега, где все будет происходить. И я, знаете, что еще заметила? Точнее, не заметила, а я знала, что так произошло. Я забыла подкрасить бровки. Поэтому перед съемками я сейчас забегу в какой-нибудь
магазинчик, подкрашу брови. Ой, ну что, пока выбирали с мамой мои вещи, честно говоря, наржались, насмеялись. Увидите это видео, но я так устала, что я думаю себе вообще снимать видео или нет. Ну что, мы с мамой отсняли видео ей на канал. Было очень весело, смешно, а я говорила уже об этом. Короче, мы пришли покушать. Да, блинчики. Я маму буду угощать. Блин Цезарь, мой любимый. Она говорит, что не пробовала его ни разу. И взяли чай вот этот вот мята. Ну, мы такие с ней пятёхи, что нам одного стакана, тем более надо, чтобы он остыл, хватит надолго. Ой, хватит на двоих, на троих, на четверых, таких как мы. Дим, блинчик, может, мы проголодались? Это же будет замерить одежду и шопиться. Это же такое дело, знаете, непростое. Да? Да. Проголодались. Пока мы здесь с мамой ходили, мне понравились кое-какие вещи. Сейчас покажу. Блин, такая прикольная штучка вообще. Я так люблю эти висюльки все. Такая свободная прям вообще. Ну, блин. Она стоит 3 или 4 тысячи. Сейчас точно посмотрю. 4 тысячи стоит. Какая-то была оторвана. Это кто-то уже, видимо, снял, она же сама по себе лежала. Так что мы не виноваты. Готовимся к дню рождения. Я Леньке решила заранее сделать подарок, потому что у него в конце сентября день рождения. А уже в конце сентября будет холодно, может, уже и не будем так гулять. Пусть играет с машинкой. Машинку какую-то взяла, она тут трансформер. В общем, в разные стороны всякие трюки делает. Давай. Блин, она сейчас так быстро гоняла, а теперь еле ползет. Реально, так быстро у нее аккумулятор сел. Вообще, что такое?